Когда ты играешь тремоло, ты сейчас сгибаешь большой палец вот так вот. Как каждый раз ты его вот так вот сгибаешь. Это, в принципе, ну, не ужас-ужас, но лучше, если ты немножко переучишься. Значит, мы не должны вообще сгибать большой палец. Нам не нужно вот это движение, поэтому мы должны делать вот так. То есть вот он сгибается вот так вот, и все. То есть давай сделаем так. Заставь себя во время упражнений оставлять этот большой палец в таком же несогнутом положении. Если хочешь, не знаю, можешь себе какую-нибудь штуку налепить на палец, чтобы он физически не мог вот так вот сгибаться. Может, там, не знаю, замотать чем-то там, может, этим, пластырем или еще чем-то. Но так, чтобы у тебя большой палец был, то есть на сустав можешь что-то намотать. Но так, чтобы палец, конечно, не страдал. То есть так, чтобы у тебя палец все время оставался в таком, вот в таком. То есть он должен ходить вот так. И ни в коем случае не вот так. Нам не нужно, вот этот сустав для гитаристов вообще не нужен, нам его не надо сгибать. Все, что мы делаем вот так вот. Понятно, да, логика? И ни в коем случае не вот так. Поняла? Так, ну вот дома попробуй это сделать.